Багар с таджикского ювелир. Обычно мастерами в этом деле считаются мужчины, но в небольшом городке Куляб все уважают Амину Шахинову. Она делает прежде всего традиционные украшения для невест – серебро и камни. Искусство научилась у отца и передает знания сыну. Моя коллега Элина Ким познакомилась с женщиной из Аргара. Амина Шахинова – единственная в Кулябе женщина-заргар, что в переводе с таджикского – ювелир. Она продолжатель семейных традиций. Ее отец был самым знаменитым заргаром в районе. С детства я запоминала старинные переплетения серебряных нитей. Кропотливо стараюсь теперь повторить узоры и в новых изделиях. Теперь семейному ремеслу постепенно учится сын Амины, параллельно получая профессию экономиста. Она ему в любом случае пригодится. Ювелир – дело доходное. Я учусь на экономическом факультете, но ювелирное дело бросать не собираюсь. Профессия поможет мне оптимизировать расходы и увеличить прибыль. Они сами делают заготовки изделий из лома серебра. Работа с чистым металлом – слишком дорогое удовольствие. Затем полируют детали и подгоняют под нужный размер. И только после всего этого приступают, собственно, к созданию красоты. Это брошь с гранатом. На изготовление уходит около недели. Амина работает исключительно серебром, а вот камни могут быть разные – гранат, коралл или бирюза. Мы изготавливаем изделия из серебра, потому что просят сделать в основном набор для невесты. А серебро всегда считалось металлом, оберегающим от всего дурного. Серебро – самый подходящий металл для молодой девушки. Аксессуары для невест авторства Амины Шахиновой очень популярны в Кулябе. Вес каждого изделия от 150 грамм. Если покупатель состоятельный, то он покупает оптом 5 украшений. Браслеты на руки, на шею, броши, ожерелья и подвески. Но такие крупные заказы делают нечасто. Один комплект может обойтись в $800. Эти браслеты и кольца невесты специально надевают с платьем чекан. Делает она и европейские украшения, кольца, серьги. Но туристы и иностранцы предпочитают покупать изделия с намеком на старину. Это же очень красиво. Чем тоньше и изящнее изделие, тем оно дороже. Один браслет от Амины в среднем стоит $90. Но ее мастерскую в Кулябе любят больше, чем магазины. Ведь здесь уже вложена частичка души. Элина Ким, Рустам Пулатов, стартап «Таджикистан».